Тверских автомобилистов уже предупредили об опасных сюрпризах в виде первого гололеда. В связи с чем в ГИБДД обратили внимание водителей на более внимательное отношение к дорожным условиям. По прогнозу Тверского гидрометцентра, в городе вероятный переход с плюсовой температуры воздуха на минусовую в ночное время и снег. Исходя из этого прогноза, ГИБДД рекомендует водителям быть особенно внимательными на дороге, придерживаться установленной скорости, поддерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров, чтобы не потерять контроль над транспортным средством.